Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас обзор прикольного танка. А конкретно у нас сегодня обзор танка Валиант. Танк Великобритании 5 уровня. Мне он очень нравится. Вот. А почему он мне нравится, будем сегодня разбирать. Сегодня у нас полноценный гайд по Валианту. Будем учиться, как играть на Валиант. Вот. Но все это чуть позже и по порядку. Вот, а сейчас в начале обзора мы уже по сложившейся традиции будем смотреть бронирование вот этого прикольного танчика. Вот, а чем же он мне так нравится, в первую очередь мы увидим в броне, а потом дальше. Вот, и кстати, для тех, кто не подписан на канал до сих пор, самое время это сделать, прожать колоколец, поставить лайк под этим видео, написать какой-никакой комментарий, если вам этот обзор зашел. А мы с вами между тем отправляемся смотреть бронирование танка Валиант. Идем. Итак, вот наш танк Валиант. Давайте смотреть бронирование. У него очень сложный корпус спереди по НЛД, ВЛД. Тут все под углами, такой некий щучий нос, и все это у нас на 5 уровне. Есть прям вот нижняя планочка ВЛД, она всего лишь 2... НЛД, прошу прощения. Вот, она всего лишь по факту 25 мм, но в приведенке 45. Но она настолько маленькая под таким углом, и еще находится так низко по отношению к самому танку, что там будет всегда рикошет. Поэтому стрелять туда, пытаться пробить, это бесполезно. Теперь вот само НЛД лист. У нас 114 миллиметров, 114 фактическая броня НЛД. Многие по незнанке, кто не смотрит бронирование танка, вообще не изучает танки, просто играют танки, они этого не знают и по привычке стреляют многим танкам, включая этот в НЛД. А делать это нельзя по той простой причине. Во-первых, там есть какой-никакой угол склонения. Лист НЛД очень маленький. И он находится тоже внизу танка. Поэтому угол атаки снаряда, угол вхождения в броню будет еще острее. И в приведенке броня сейчас уже 120 мм. А может стать, если у вас танк, не дай бог, высокий, все 150-160 попробуйте пробейте. Рикошет и непробитие гарантирован, что называется. Дальше, ВЛД. ВЛД у нас всего лишь 60 мм, но углы склонения хорошие, да? И к центру 97, к углу 97, к верху 100. Вот эта центральная часть чуть меньше 100 тоже. То есть очень крепко. Есть люк мехвода, да? Плита мехвода. Вот она тоже, как и НЛД, 114 мм, но она практически под прямым углом, поэтому 115 дает как есть. Есть вот такие еще подбашенные корпусные щечки, да, их две. Есть вот как бы в нижнем корпусе, самом не в подбашенном, там 45 миллиметров, да, но в приведенке 113. Есть щечка подбашенная 80 миллиметров, 98 в приведенке, что тоже достаточно крепко. И это средний танк. Сама башка вокруг маски, рядом сначала, 114, 117, ну, в районе, доходит к верху, тут закругление идет, она такая полукруглая, то есть, если уж и стрелять, то слева и справа от орудия, а вверху там уже все 244, внизу до 120. Есть вот такие вот щеки, что называется, да, у башки, и, соответственно, если этот танк танкует и спрятал корпус, вот куда вы будете пробивать, люков нету. Вот эти боковые части 114, 114, а ближе можете и попасть и в рикошет 198. Пробивать нужно прям четко справа и слева от маски, либо в саму маску пытаться пробить, либо вот выцеливать вот эти щеки, которые 90 миллиметров, ну до 100. Они вот чем ближе сюда, там закругление, то есть вот эти вот маленькие пятачки, там 90 есть места, 98, ну и есть еще и 140. Поэтому если этот танк танкует от башки, прям уже есть некая серьезная проблема на самом деле. Хотя и корпус здесь тоже достаточно не слабый. Боковая броня 75 миллиметров на 5 уровне.
75. Это говорит о том, что это имба по ромбованию, по танкованию бортом. Это не средний танк, это уже супер тяжелый. Я прошу прощения, 330 на 5 уровне. Ну, сами все понимаете. Идем в ангар. Итак, мы разобрали, что броня для среднего танка, если танкует от борта, это супер тяж. А если танкует, спрятал корпус, это уверенный тяж. И с СТ его по броне только можно сравнивать по корпусу ВЛД еще как-то, да. В остальном это очень бронированная СТ-шка. Вот почему его назвали СТ, я не понимаю, средний. По сути, это тяжелый танк на 5 уровне. И об этом же, опять же, говорит его скорость передвижения. Всего лишь 8 лошадей на тонну, 23 вперед, 12 назад. И это при условии, что я поставил сюда еще турбонагнетатель. Потому что без него танк вообще не едет. Вот просто от слова совсем. Давайте посмотрим его основные модули. Это у нас, естественно, премиальный танк, непрокачиваемая ветка, да. И нас интересует в первую очередь пушка. Пушка здесь 75 мм ган МК-5, 110 альфа, 91 пробитие основным снарядом, 144 голда, 4,2 заряжания орудия, 0,41 разброс, не самое лучшее время сведения, но так тоже себе 2,5. Пушка здесь, ну такая себе. На голде она комфортная. На ББшках есть очень много трудностей с пробиванием, так сказать, противника. Но вы же не думали, что вам дадут такую сумасшедшую броню, дадут супер там дубину, дерево, не знаю, ствол от ПТ-САУ, да, но это была бы супер имба. Поэтому здесь так. Вот, что касаемо оборудования. Я пробую всякое оборудование. Данный обзор я буду снимать и рекомендовать вам вот на такой сборке. Мне она больше всего понравилась. Это турбонагнетатель, чтобы танк у вас начал двигаться. А это досылатель, чтобы он у вас имел шикарное КД. В данном случае 3,54, у меня менее 4 секунд. И улучшенную закалку, чтобы вам как можно меньше ставили вас на гуслю, обездвиживали, не с первого раза сбивали гуслю. Прочность ходовой и все остальное, посмотрите сколько процентов. То есть, вот такая сборка для данного аппарата, мне кажется, наиболее лучше подходит. Касаемо пушки, угол склонения очень комфортный для рельефных карт, 12,5 градусов. То есть он как себя чувствует хорошо в городе танковать от борта, так и чувствует себя замечательно на рельефных картах. Потому что крепкая башка, хорошего склонения, можно разбирать танки противников. Вот, как-то так. По живучести ХП у нас аж 870, это круто. По мобильности мы уже смотрели. По незаметности танк, ну, условно средний, условно тяжелый, большой, поэтому, ну, показатель... Ну, такой себе, да. Обзор у нас 353 метра. Вот. Вот. Так что, как-то так. Ладно. Значит, смотрите, экипаж. У нас 4 основные обезьяны. Командир, наводчик, механик, водитель, заряжающий. Вот первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком всем боевое братство. Дальше качайте перки как хотите. По поводу снарядов. Обычная ББшка здесь летит очень медленно, 619. Голда здесь летит не намного быстрее, 774. Поэтому пушка, я говорю, на голде еще хоть как-то, на ББшках прям, ну сами почувствуете, что не то. Вот, но фармить на нем серу можно и можно наиграть на одних ББшках. Потому что броня танка прощает многие ошибки. Предлагаю пойти в бой, посмотреть, как играется данный аппарат. Отправляемся. Так, монастырь. Попали мы к шестеркам. М6, КВ-2, КВ-2. ВК-3002. Ну, поеду к тяжам, наверное, биться. Сколько у нас пробитие голду еще раз? 144. Нормально.
Две арты. Это надо учитывать. Уничтожим их. Приближаются дроны. Такие все огромные танки по сравнению с моим. Жесть. Так, ну чё, настреляем для обзора урона или нет? Биться-то будем вон с монстрами, с КВшниками всякими. Будет больше мишеней. Блин, ну 22 километра в час, 23. Офигеть. Да. Нет бы попасть в одноуровневый бой, да? Для обзорчика запилить хороший бой. Нет, к шестеркам. Тут уже поджался он. Супер чафик. Надо его выпиливать оттуда, вот что я думаю. Враг уже близко. Все. С ЛТшкой. Враги повсюду. Получи. Хорошо пошло. Миленько. А, боль. Меня задели. Это мне нравится. Миленько. Получи. Хорошо пошло. Это мне нравится. КВшники лютуют. КВ-2 тут просто приехали мне на помощь. Так, мне самому бы от КВ-2 их не отлететь. Ну, косарь почти дали, нормально. Учитывая, что бьемся с шахами. Блин, еще это арта. КВшника. Блин, КВшник просто жесть, что у нас исполняет. Просто. Ты мне дашь косарь-то хоть настрелять в этом бою? Сейчас арта пришлет. Враг на подходе. Ну все, больше здесь особо не получится настреляться. Враги все на другой стороне. Арта сейчас отлетает. Уже без вариантов у них. Приближаются танки.
все. Спасибо за просмотр обзора. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я вам говорю пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.